Нет, Юру и его песни живут, дают нам настроение. Александр Кузьминых у нас сегодня музыкант, гитарист вместе с нами весь вечер. Ты из Казани. У тебя какая любимая песня? Вот, у меня с детства мои тети, одна 72-го, другая 73-го года рождения, они погодки. И вот когда вышла песня «Белые розы», они ее фактически до дыр слушали. У них был магнитофон. И когда я был маленький, меня мама с папой оставляли присмотреть за мной, и, значит, они, ну, как сейчас говорят, на репите, на повторе играл вот эта песня, я помню, часа три «Белые розы», когда она только вышла, а три часа, в общем, играла прям безостановочно. И вот с тех пор, так сказать, я проникся творчеством Юры. Ну что, вчера Юре исполнился бы 51 год. Давайте тогда в финале программы его песню «День рождения» тоже исполним. Да, давайте. Память о нем. Поздравляю у тебя сегодня день рождения. Принимаешь от друзей, знакомых поздравления. Поцелуй в щёчки теплые стихотворения. Слёзы счастья на глазах и удивления. И все вместе задуешь свечи, ты в свой день рождения. И в снимках тост малинового варенья. И пусть исполнится твои желания, твой день рождения. Задуешь свечи, ты в свой день рождения. И в снимках тост малинового варенья. И пусть исполнится твои желания, твой день рождения. Все вместе. Задуешь свечи ты.